Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Сон Иакова. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовье, и лег на том месте. И увидел во сне, вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот, ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, не бойся. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословят в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». И убоялся и сказал: «Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.